Ну нахер. Привет всем, дорогие друзья, с вами Серега, и сегодня мы поиграем с СВУ АЭС. Знаете, я не хотел записывать на нее лайв-видео, но я хочу поделиться с вами именно живыми эмоциями этой снайперской винтовки. И сейчас она есть, как вы понимаете, у всех, потому что мы играем на ПТС-ке, ее можно купить за один кредит есть у всех, и, естественно, ее все купили. Чуть я как-то слишком тихо все сделал. И поэтому сейчас все с ней гоняют, и нужно будет очень аккуратно делать, потому что, я так понимаю, у нас хорошие противники, у одного там, что ли, статка 102 тысячи, или просто 102. Ну, вы понимаете, конечно, может быть, она на песочной, может быть, нет, но, в принципе, не важно. Вот, и сегодня я... А почему пути урон не прошел? Ладно, хер его знает, на самом деле, у него какая-то отдача очень интересная. В общем, друзья, у всех горела жопа, я выпускал, в принципе, отдельное видео, я там играл с Каликой и обсуждал именно эту снайперскую винтовку, и вот ее наконец-то ввели, и сегодня мы ее, естественно, заценим. Сука, какая граната, боже, написал для идиотов специально, что без гранат. Кстати, этот чувак вроде, у него стата такая хорошая. Ну, что еще взять? Человека, который живет на песке. Ладно, я боюсь, конечно, туда идти, на самом деле, потому что я хочу более-менее так рассказать. Я, кстати, взял с собой этот дигл интересный. О! Я не понимаю, почему именно меня только противники так убивают хорошо с этой снайперской винтовки. Знаете, вот люди спрашивают, а что же лучше? Тава... Да, блядь, иди в жопу, господи, мудак, нате. Короче, держи, это тебе подарочек от МС Сережи. В общем... Люди спрашивают, какая снайперка лучше, Tower SNR или все же это... Не, на самом деле все думают, какая снайперка круче не Tower SNR, а Калика. Но я скажу, что эта снайперка чем-то похожа на Tower SNR. Ой, на Tower SNR, на Винторез она чем-то похожа, на Tower SNR она нихера не похожа. На Tower SNR похожа Tower Star на Виблю, который вели за место Tower SNR. Вот, и был он похож, пока не пофиксили макросы. Блин, я не могу, честно говоря, что-то разучился реально играть и что-то логически рассказывать. Я просто могу нести полнейшую херню, хотя на самом деле я этим сейчас и занимаюсь. Знаете, я давайте я все же более-менее скилл-тактику сделал, потому что чуваки вообще к нам не идут, они где-то засели. Если я к ним пойду, скорее всего, я умру. Не, ну у него, смотрите, какая отдача. Интересно, я потом на полигоне вам покажу, какая у него отдача. Надеюсь, они ее не будут убирать, потому что если они сделают ей отдачу в точку, как, например, у Tower SNR, как у Калики... Кстати, у Винтореза, Наташ, какая отдача? У него не рандомная отдача? Не, рандомная или нет? Но если у Винтореза рандомная, то это ладно. В общем, знаете, все думали, что это будет нереальная имба, но... Ну да, это как бы имба, но понимаете, отдача у нее нихера не точная. То есть вы видите, как полет пули у нее летит как-то вот так, вот так, вот так, и всегда она разная. То есть это не Калика вам, но знаете, не скажу, что она сильно Калике-то уступает, потому что снайперка-то все равно хорошая. Здравствуйте, молодой человек. Баба скине. Во-во-во-во-во-во-во, блин. Что это за дикл? В смысле, новый дикл? Ты чё? Я кольт взял, ты чё, такое оружие не знаешь? Я знал. Это кольт. Берета. Это кольт. Какой кольт? Это кольт. Наташа, это оружие называется кольт. Вот. Хорошо. Не буду забабать. В смысле, ну это называется кольт и вот это вот циферки какие-то, это не беретта. Кольт М какой-то это там. А, ладно, я... Да идиотом, идиотом назвать это нормально, а ты думала, что это не кольт, это не тот кольт, понимаешь? Ты бы что сказала, а чё калика, ой, чё у тебя, кат... не, чё у тебя калика снайперская? Это же пистолет такой, а не снайперка. Понимаешь, оружие разных есть. Рот. Чувак меня сейчас... Беги. Короче, зря я эту нефтебазу поставил, на самом деле. Короче, друзья, если именно эту СВУ АЭС ведут... Это, кстати, вроде русское, да, оружие? Это же русское оружие. Это еще, ребят, русское оружие. То есть, смотрите, у нее встроенный глушак и какое-то цевьё, которое точность повышает. А чё? А это что такое? Сказали, что это так. Но это баг, это, понимаешь, это Warface. Они по-любому опять забагали все. Я не хочу к ним идти. Вот вы скажете, что я крышу. Господи, как мне к этим идти, если они там тупо на месте стоят? Вот этот бабускине только убегает. Ну, был бы у меня. Ну, как бы, одел бы я бабускине, я бы тоже убегал. Ребят, вы сами понимаете, что тут сыграть нормально невозможно, потому что эта снайперка абсолютно у всех. И сыграть адекватно с ней, ну... Смотри, не перезаряжается. Да, да? О, перезарядилась. Warface. Сыграть адекватно с ней в любом случае не получится на ПТС-ке, потому что, ну, ПТС ты никак оружие не оценишь нормально, потому что с этими оружками будут катать каждый, и ты хер поймешь, нормально она или нет, как бы. Все с одинаковыми гоняют. То есть, если будут все гонять с М-кой, вы тоже скажете, ну, блин, оружие нормально.
все будут с Юсасами гонять, и вы с Юсасом, то есть вы также скажете, ну, блин, есть и есть, ничего вроде не дисбалансный, так что ее нужно будет оценивать на самом деле на основном серию, но сейчас я как бы высказываю свое мнение, что, друзья, это не опасное оружие, ни хрена не опасно, честно говоря, винторез намного опаснее, винторез убивает всегда с двух патронов, и у него, по крайней мере, такой глушитель, который не палит вас на карте, тем более вам винторез не надо крутить коробки удачи, вы можете просто его купить и пользоваться вообще без проблем. А эту снайперку вам придется крутить, и еще не факт, что вы ее выбьете. Да и тем более на винторез вообще люди почти не агрятся. Люди не знают, что винторез на самом деле очень классная снайперка, которая всех нагибает. Они будут знать, как бы, то, что типа это крутая, хотя ни хрена не крутая. Вот, друзья, Tower CNR, он был крутой. У него было много патронов, он нормально перезаряжался. У него был хороший звук, он хорошо выглядел. Короче, он был прикольным. Он убивал с двух патронов, это я вроде сказал, или нет? Нереально, играть просто и разговаривать это очень трудно, тем более, когда вот такие вот чуваки тебя каким-то образом убивают просто очень быстро. Она не фазумит или фазумит? Что я вообще делал? Уменьшает отдачу при стрельбе. Колебания ствола уменьшает. Слушай, это прикольная тема. Но видите, тут, короче, два новых модуля. Именно такие модули только тут есть. Здравствуйте, молодой человек. Ну, блин, ну ты петушок. Ну, господи, что за комната идиотов, объясни мне. Я три патрона попал? Да не, это про то, что гранаты кидает. Я, да не, на ПТС-ке, друзья, никак. Я поэтому в лайве и стал записывать, потому что адекватно никак нельзя оценить. Че такая задержка? Вы серьезно, что ли? А вот на основной серии я, скорее всего, оценю именно золотую версию. Там у админов попрошу, обязательно вам покажу. Также, естественно, я буду ее крутить. Но даже если бы она была полнейшим просто калом, я в любом случае бы ее крутил. Ну, потому что, вы понимаете, я люблю видосы с коробками удачи, потому что это живые эмоции, это очень круто, это всем нравится, все это смотрят, все это лайки ставят. Поэтому я буду это делать, тем более вроде бы есть кредиты, поэтому я обязательно, друзья, это сделаю. Ну, если я не выбью, конечно, я не особо расстроюсь. Ну, знаете, мне для коллекции как бы она вообще ни хрена не помешает. Я тут заметил, что вроде с этой снайперки в голову прикольно стрелять. В общем, друзья, если это ее не пофиксят, не сделают лучше, она будет обычным стволом, просто не переживайте, я вам просто говорю. Скауты, болтовки спокойно будут ее гнуть. Не скажу, что она лучше калики, но не скажу, что она хуже калики на самом деле. Мне калика тоже не нравится. Так что они мне обе не нравятся, потому что ну с ними неинтересно играть. Вот что это такое? Просто я в него попал, он убежал и все. Пусть бежит хоть три гениса 10 тысяч раз. А с болтовочки разок попал и убил. Ну хотя, знаете, то, что сейчас титанов столько на пабликах. С болтовочки нужно не раз попадать, и это еще больше будет бомбить. Не, ну в принципе прикольно. Чувак с болтовкой, прикинь, ты серьезно? Видите, болтовка спокойно перестрелит ее, особенно в грамотных руках. В принципе, эта штучка в грамотных руках будет неплохо нагибать. На самом деле, ребят, я рад, что наконец-то добавили хоть что-то новое в игру, то есть автоматическую снайперку, а то одни болтовки добавляют, ну реально уже задолбали. Тупо одно и то же, то есть одна и та же самая болтовка, так же в ваншоте, так же еще что-то фазумит, то есть это неинтересно. Хоть какое-то разнообразие сделали, это уже админам спасибо огромное, и то, что сделали ее, конечно, не прям такой жестко нагибной. Но это мое мнение, то, что она не жестко нагибная, то есть вот, да, что это такое. То есть она была бы жестко нагибная, если бы я выбежал, сейчас их двоих просто на изи забрал бы. Вот, например, как с Tower SNR. Ввели бы Tower SNR, конечно, у всех бы жопа горела, но это, друзья, нихера не Tower SNR, так что не переживайте. Кстати, баг пофиксили, но все равно как-то это бесит, да, что как-то пол этого стоит. Чувак, он 9-11 играет, бедненький. Кстати, все играют с теми новыми снайперками. Один чувак играет не с новой снайперкой. Ну куда ты в баге стоял? Почему админы его не фиксят? Или что, они хотят, что... Не фиксили. Это так трудно его пофиксить, я понимаю, администрация, это очень трудно. Лучше там магму какую-нибудь вести или что-то подобное. Да, да я вас понимаю, админы. Ты же... Не, ну в принципе, видите, как бы... Я с винторезом, мне кажется, намного бы лучше сыграл, честно говоря. Ну, я так думаю. Потому что винторез двух патронов убивает, он очень быстро перезаряжается. И все бы думали, что, блин, нифига себе, с каким-то говном играет. Ну, потому что винторез никто всерьез не оценивает. Я делал видос про винторез, я показывал, насколько он умеет нагибать. Но люди это всерьез не оценили и все равно катают с каликами. Это хорошо, что они на самом деле не понимают, то что какая сила скрыта в нем. Отстань! Да, блин, я же за стеной уже был. Как ты уже по мне урон-то проходил? Когда уже пофиксят? Ну, чувак, ну, хватит вы баги пользоваться. Эти баги, они просто так меня жестко напрягают, что они еще через стены как-то заходят, и их ни хрена не видно. Тупо локоть их начинает показывать, а он еще на самом деле ни хера. Как бы, я его не вижу, он меня уже полностью видит. 50 поддержки. Четко, спасибо, чувак. Она с двух патронов убивает, как думаешь, или нет? О, видал, какая у нее стрёмная дача? Я тебе говорю, стрёмная дача, капец. Ну, в принципе, вот так, если в голову попадаешь, вообще четко получается.
А если не попадаешь в голову, всасываешь? Ну, я, в принципе, на голову буду целиться. Вот скалики в пузо просто шикардосно зажимать. Это и снайпик нихера не шикардосно. Не знаю, какой-нибудь прицел, да, и добавили бы. Интересный. Свой чисто какой-нибудь прицел. Да что ты такой быстрый-то, а? Они от бедра меня, что ли, стреляют? Все, время вышло. Ну как тебе эта снайперка? Ты с ней играла, нет? Ну как тебе по виду? Херня, да? Мне тоже кажется, что обычная снайперка, друзья, не надо бадхёртить. Это просто автоматика. Хорошо, что добавили хоть что-то новенькое. Они одни эти добавляют, уже реально затрахали своими болтовками. Ну потому что одно и то же, понимаете? Хоть что-то новенькое, хоть что-то можно мне новое снять. Более-менее какие-то новые ощущения сделать. Ну, друзья, я все равно остановлюсь в своем мнении, что винторез сейчас просто топ-1 из зажима, и с ним можно нагибать. Так что, друзья... А, сейчас я на полигоне, кстати, вам еще по фасту я покажу. Давай, загружайтесь, чуваки. Ну, говорю, на ПТС-ке невозможно, да, оценивать. То есть они все с ней играют, это как-то это не то. Если на основном серии ты играешь, там все с разными пушками играют. Даже если есть в комнате, например, три СВО АС будет, то все равно как-то это не то. Когда прям все играют, это уже капец. Смотрите, какая у нее отдача. Давай посмотрим, рандомно, нет? То есть видишь, она какая жесткая. Тран, тут показывают нормально, да? А почему? Смотри, как оно показывает. Видишь, как прицел? Видишь, как прицел? Он не трясется, то есть? А почему прицел не трясется? Ну, видишь, показано, что вот так влево-вправо куда-то летит, а на самом деле не летит. Очень странно. Нифига себе, смотри. Ну, это не глушитель, смотри, какой огонь прям. Вот это, смотрите, реально прикольно. Смотри, какой огонь. Ну, это прикольно, друзья. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на меня ВКонтакте. Все ссылки, друзья, есть в описании, обязательно загляните. С вами был Серега и немножко Наташа. Всем удачи, друзья. Всем пока.